正与邪在缠绕，血与泪承载着荣耀，剑一晃，不让江山动摇。爱恨之间，总消磨着万世尘缘，真邪之念就在一线之间，古今豪杰，三秋一生傲骨冷冽。回首看，一身红红烈。中暧昧，错与对中徘徊，亏与被隐藏着豪杰，与一笑洗尽铅华污秽，爱恨之间总烙印着宿命誓言。真邪之念转眼灰飞烟灭，侠盗之间回忆不能轻易妥协，回首看一生轰轰烈烈，一开始就已无路可退。Во имя своей мести. Мой отец всегда считал меня лишь оружием. Мне нельзя было жить своей жизнью, не разрешалось испытывать никаких чувств. Все эти годы я полагалась на обиды, чтобы заставить себя жить дальше. И теперь я узнала, что все это было ложью. Как с этим? Мне дальше жить. А моя мама? Она обещала мне, что всегда будет рядом. Но почему она все равно оставила меня? Мне казалось, что теперь я наконец-то не буду больше одна. Ты не одинока. Где бы ты ни была, твоя мама всегда будет оберегать тебя. Я не хочу, чтобы она скрывалась. Я надеялась, что она сможет быть рядом со мной. Этот день обязательно наступит. Будет возможность. И она обязательно вернется к тебе. Тума сбежала. Эта весть дойдет до моего отца, и он прикажет атаковать. Дининь, тебе нужно уходить. Мы должны уйти вместе. Нет. Я должна кое о чем поговорить с отцом. Нет. Когда он силой отправил тебя в долину, то едва не навредил тебе. Лишь небеса знает, что он может сделать сейчас. Я не позволю причинить тебе вред. Дининь, я устала убегать и скрываться. Есть вещи, от которых нельзя убежать. И есть люди, от которых невозможно скрыться. Проблемы есть. И мне нужно научиться с ними справляться. Я обещал тебе, что мы будем жить и умрем вместе. Мы не умрем. Не нужно призывать смерть. У нас все еще есть наше будущее. Давай сделаем то, что желаем. А затем будем вместе всю жизнь.
Вы правда дух меча Пурпурной Инь? Почему вы выглядите так неприглядно? Только потому, что я не так красив, как меч Мы. Вы решили, что я не со зла? Слепота у вас куриная. Люди всегда были зачарованы видом меча Тьмы, поэтому ему было так легко кого-нибудь ранить. Вот уж не думал, что через 100 лет совсем ничего не изменится. Я судила по внешнему виду, и мечу Тьмы удалось обмануть меня. Спасибо, что преподали мне урок. Приветствую, госпожа. Как ты меня назвал? Вы госпожа, потому что владеете этим. Это принадлежало Сяоджану. Заклятие в этом амулете ограничено. Оно может защитить лишь того, кто его носит. Внутри зашито великое снадобье. Когда владыка демонов Люпоу напал на меня и серьезно ранил, я едва не обратился в пепел. К счастью, я получил этот амулет, и мои раны исцелились. Так значит, Сяоджан дал этот амулет старшей сестре, чтобы он смог защитить тебя от бед. Поскольку вы уже уничтожили меч Тьмы, мне больше нет нужды оставаться в этом городе. Не люблю быть кому-то должен. Раз уж вы являетесь владелицей амулета, я готов защищать вас вместо него. Кто бы мог подумать, что мы сможем подчинить себе пурпурный инь, благодаря подарку Сяоджана тебе? Если это был последний подарок Сяоджана, мы не можем быть неблагодарными. Храни его. Что будем делать с мечом Тьмы? Даже если этот меч потерял свой дух, и злая энергия в нем сильна, будет разумнее доставить его на гору Зу. Приветствуем, владыка! Вернулась ли моя помощница? Есть новости? Владыка, ваша помощница пропала? А что, Динынь? О нем также нет вестей. Мы прочесали все в округе и не нашли никаких следов. Тогда умри! Отец, остановись! Убирайтесь. Есть. Похоже, что Вугую доверять нельзя. Он посмел освободить тебя. Ти. Прошу тебя, отпусти Дениня. Считай это моей мольбой. Дочь Шангуаня Дзинву не должна быть той, кто готова отказаться от своей жизни ради мужчины. Похоже, я плохо тебя учил. Ты так и не смогла стать бесстрастной. Ты учил меня всему этому, чтобы скрыть правду о том, что моя мама все еще жива. Я все видела в твоем кристалле. Отец, все эти годы мама странствовала по свету. Но она все еще хранит тебя в своем сердце. Почему в таком случае вы не вместе? Почему ты продолжаешь быть с Тумэй? Не говори о Тумэй и своей матери. А как же я? Ты когда-нибудь считал меня своей дочерью? Почему продолжал говорить, что мама умерла? Почему ты все время врал мне? Все эти 24 года.
Все, о чем ты когда-либо говорил со мной, было словами о мести. Но... на самом деле ты врал мне. Или самому себе. Довольно. Твоя мать и я. Это все уже в прошлом. Отец. Знаешь, что мама делала все эти годы? Она спасала людей повсюду, чтобы искупить ошибки, которые ты совершал. А что делаешь ты? Ты подводишь ее. Ты губишь людей. Замолчи! Думаешь, я не скучал по твоей матери все эти годы? Знаешь, каково это двум людям жить в одном мире и не иметь возможности даже увидеть друг друга? Жив ли я сейчас? Или мертв? В чем разница? Отец, ты подарил мне жизнь. Даже если ты убьешь меня сейчас, я приму это достойно. Я просто не хочу, чтобы ты продолжал глубже падать в эту тьму. Я только надеюсь, что ты вновь сможешь быть вместе с мамой. Есть много вещей, о которых я не говорил тебе. Это было для твоего же блага. Как только ты о них узнаешь, тебе будет гораздо больнее, нежели сейчас. Я обещаю. Наступит день, когда я позволю тебе воссоединиться с матерью. Возвращайся. Я не уйду. Мы задержались. Нужно поторопиться. Да, верно. Старший брат, что с тобой? Отец, что с тобой? Как ты получил ранение? Это не я. Это Динынь. Циньюнь, помоги мне. Старший брат, старший брат, старший брат, старший брат, брат Дин, Циньюнь, ты куда? Собираюсь найти Динынь. Нет, ты не можешь сейчас уйти. Что значит не могу? Он ждет нас. Я знаю, что он жив. Циньюнь, послушай меня. Клан демонов скоро будет здесь. Мы не можем позволить, чтобы мечи попали в их руки. Иначе произойдет непоправимое. Мы должны вернуться на гору Зу. А что же будет с братцем Дином? Не волнуйся, у Динынь есть камень алой души. С ним все будет в порядке. Нам пора. Динынь? Но почему? У твоей матери были добрые намерения. Чтобы спасти Динынь, когда я был ранен, она наложила на меня и Динынь заклятие разрушитель кровавых уз, чтобы объединить нашу кровь. Если Динынь ранен, его раны и боль передаются мне. Если Динынь умрет, я тоже умру. Боюсь, что человек, которого ты хочешь спасти, это Динынь, верно? Я точно не откажусь от Динынь. Но и тебя таким я тоже видеть не могу.
С детства у меня не было матери. Ты вырастил меня. И научил боевым искусствам. И мою ледяную плеть. Ты лично подарил мне. Ты дал мне жизнь и воспитал. Это самый добрый поступок для меня. Неважно, как ты относишься ко мне. В моем сердце ты всегда будешь самым важным человеком. Это никогда не изменится. Я обещал твоей матери, что буду заботиться о тебе. Но те задания, что я поручал тебе... У меня в самом деле не было выбора. Все эти годы... Я обижал тебя. Отец... Все эти годы ты был холоден ко мне. Но в своем сердце я знаю, несмотря на эту отчужденность, тебя переполняет чувство. Так подсказывает мне мое сердце, все дети, сыновья и дочери своих родителей. И не вправе друг друга осуждать. Все, что ты заставлял меня делать, было из-за любви к моей матери и от тоски. Поэтому, отец, ты должен понимать тоску в сердце женщины. Все, о чем я прошу, это лишь быть с тем, кого я люблю. Собираешься отправиться на поиски Диныня? Отец, скажи мне, раз мама все еще жива, зачем тебе камень алой души из тела Дениня? Я не могу сказать тебе. И пока твоя мать жива, она тоже не расскажет об этом. Неужели ты не поверила тому, что я говорил тебе? Отец, ты никогда не говорил мне правду. С самого раннего детства я живу жизнью полной лжи. Это очень тяжело. Я хочу знать правду. И найти выход для нас обоих. Такого выхода попросту нет. Пока ты не говоришь мне, я не смогу его найти. Но раз уж мама жива, тебе больше не нужен камень алой души. Как только спасу Дениня, разыщу ее и уговорю вернуться домой. С раннего детства я всегда мечтала узнать, что значит иметь полную семью. Желаю тебе всего хорошего. Не разрушай мою последнюю мечту. А иначе, этот поклон сегодня – последнее, что я делаю для тебя как дочь. Суинь, все, что я совершил в этой жизни, почему никто не может этого понять? Ты не поняла меня. Джуга Йово предал меня. Теперь даже Юй покинула меня. Я так сильно хочу снова жить вместе, как одна семья. Только вот как я могу сказать Юй, что оба ее желания всего лишь фантазия? Почему ты заставляешь меня делать выбор между тобой и Динынем? И выбирать между твоей матерью и возлюбленным? Раз все так случилось... Позволю ей себя ненавидеть.
Я поселю в ее сердце холод и заставлю его затвердеть. Только таким образом она сможет избежать предстоящей боли и страданий. Что все закончится вот так. Но прежде чем умру, если бы я смог тебя увидеть, мне было бы легче. Динень, наконец-то я нашла тебя. Прости, что пришла так поздно. Я скоро умру. Ты плод моего воображения. Это вовсе не так. Не волнуйся. Здесь, со мной, я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Динень. Нужно уходить. Подожди. На меня энергию. Нет, я это так не оставлю. Динень, обещаю тебе, я найду способ тебе помочь. Туба пытался отнять у меня камень алой души, а потом на меня напал Дан Чанзы. Чувствую, что камень алой души начинает раскаляться. Я больше не могу его сдерживать. Возможно, это та участь, от которой мне не сбежать. Ты не можешь умереть, ты обещал мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Если решишься умереть, я никогда не отпущу тебя одного. Хорошенько подумай. Может быть, есть какое-то решение? Клинок, поглощающий кровь, принадлежал моему учителю и был создан для того, чтобы управлять камнем малой души. Только человек, владеющий камнем малой души, может использовать его. Жаль, что в тот год хаоса и разрухи он был потерян. Если ты сможешь найти клинок, поглощающий кровь, он поможет тебе обуздать силу камня алой души. Клинок, поглощающий кровь. Клинок, поглощающий кровь? Старейшина Мяу И сказал однажды, что энергия камня алой души в моем теле движется беспорядочно и нелогично. Чтобы направлять ее течение, нужен клинок, поглощающий кровь. Это легко, но может быть невозможно найти его. Я знаю, где он. Нам нужно в долину Ста Ветров. Юй! Ты уже пошла наперекор отцу. И тебе было непросто сбежать. Тебе нельзя возвращаться. Тебе не нужно беспокоиться об этом.
Единственное, что мне нужно сделать, это исцелить твою рану. А тебе оставаться в живых со мной. Владыка, я ничего не мог сделать. Динынь спасла молодая госпожа. Что? Я совершил ошибку. Владыка, пощадите. Я совершил ошибку. Вон. Есть. Помощница Владыки, приветствую. Ты только сейчас вернулась. Раз уж Динэнь смог все узнать о нашем плане, почему ты ничего не сообщила? Для начала залечи свои раны. Я разберусь со всем остальным. Ответь мне на вопрос. Сейчас не время. Не избегай меня. Особенно сейчас. Просто ответь мне. Я больше не стану тебя тревожить. Ты не выполнила свою задачу. К чему этот образ? Пусть даже с чужим лицом. Но мое сердце все еще жаждет тебя. У вас какие-то проблемы? Все эти годы я всегда была рядом с ним. Я думала, что пока хорошо к нему отношусь, смогу ему помочь решить все проблемы. Но, похоже, это не так. Глядя на такую меня, о ком ты думаешь, знаешь? Когда он смотрел на меня с большим чувством? Когда позволил мне стать тобой? Я никогда раньше не видела, чтобы он смотрел на меня так. После этого... Я правда думала, что в его сердце есть для меня место. Теперь я понимаю. Он вообще не смотрел на меня. Динво, почему в этот раз ты настоял, чтобы я притворилась этой женщиной? Какие отношения вас связывают? Я ведь уже сказал. Она проявила доброту к Динэню. Все это было сделано, чтобы выманить его. Почему Юйси назвала ее своей матерью? Откуда она так много знает о прошлом? Почему ее имя не великий лекарь с белыми руками, а Суинь? Она была твоей младшей сестрой. И единственной в твоем сердце. Это была та Суинь, которая умерла 24 года назад? Мне нечего сказать. Нечего сказать? Шангуан Динво. Ты можешь мне это объяснить? Когда я спасла тебя в западных землях? Ты сказал, что Суинь уже умерла.
Как получилось, что она до сих пор жива? Ты ведь не знал, что она все еще жива, да? Она соврала мне. Только я была всегда в твоем сердце, да? Тебе нужно только кивнуть. И я поверю. Я тут же забуду обо всем, что произошло. И мы начнем все заново. Мне было нелегко ступить на этот путь. Я не вернусь. Ты была права. Суин не умерла. Она определенно все еще жива. Почему ты соврал мне? Если бы я сказал тебе это, то умер бы за пределами дворца демонов Туба. Значит, все это правда. То, что она сказала, это правда. В твоем сердце всегда была лишь она. Да. Когда я спасла тебя, почему ты не ушел? Почему ты встал на мою сторону? Почему остался со мной и дал мне шанс заполучить тебя? Потому что нуждался в тебе. Нуждался во мне? Или тебе нужна была сила западных земель? Или, возможно... Ты использовал меня. Только лишь ради Суин. Думай. Скажи мне правду. Ради Суин. Мне нужно получить камень Алой Души. Но мои силы были ограничены. Мне нужен был кто-то, кто поддержит мое возвращение в Срединные земли. Ты делал все ради Суин. А кем для тебя была я? Я делала все ради тебя долгие 24 года. Для чего все это было? Я никогда тебе ничего не обещал. Все это... Ты принимала желаемое за действительное. Все верно. Я выдавала желаемое за действительное. 24 года назад ты солгал мне. И вновь столкнувшись с тобой, в западных землях, я поставила на карту все. Я снова доверилась тебе. Я думала, что без Суинь ты будешь душой и телом принадлежать только мне. Я поддерживала тебя и помогла основать клан. Помогла сломать печать и вернуться в Срединные земли. Я думала, что... Что если дам тебе больше времени и сделаю для тебя все, что смогу, у меня получится растопить твое сердце. Но я даже представить не могла, что твое сердце сделано из тысячелетнего льда. Что ж, теперь ты все знаешь. Если захочешь вернуться в западные земли и найти Туба, я не стану тебя останавливать.
Динго! Ради тебя. Я уже предала старшего брата. Мне слишком стыдно предстать перед ним. В то время, когда он говорил мне, чтобы я не доверяла тебе, что люди из срединных земель ловко умеют играть с чужими сердцами. Я должна была послушать его. Я не должна была доверять тебе. Я должна была убить тебя тогда. Ты спятила? Ты никогда не сможешь одолеть меня. Шангуан Дзинво. Я любила тебя всю жизнь. Я защищала тебя. Я ждала тебя. А ты мне лгал. Я не хочу тебя делить с другими женщинами. Если я не могу получить тебя, то никто не сможет. Почему ты пропустила удар? Я никогда не была в состоянии связно говорить, лежа в твоих объятиях. Сейчас мне так хорошо. Даже если я сейчас умру, это того стоило. 雨对中徘徊
Динво. Ты ведь все еще заботишься обо мне. Ты можешь сейчас сказать мне правду? Между нами. Между нами все было ложью. У тебя в самом деле нет ни малейшей искры любви ко мне. Мне жаль. Ты сделала шаг слишком поздно. Сколь бы велико не было мое сердце, оно заполнено лишь одной Суинь. Я тоже открою тебе одну тайну. На самом деле, у нас с тобой тоже был ребенок. Он ушел. Его больше нет. Но если бы наш ребенок смог благополучно родиться, наш с тобой финал мог бы стать другим.真的很无奈，过去的